И вот исполнилось ребенку 3 года. И сказал Иоаким: «Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять зажженными, чтобы дитя не воротилось назад и полюбило в сердце своем храм Господень». Иерусалим. Мечеть Амара или купол скалы на Храмовой горе. Истории и предания соревновались между собой, чтобы сделать это место святым и необычным. Считается, что именно отсюда, со скалы на Храмовой горе, начал Господь сотворение мира. Здесь когда-то находился Иерусалимский храм. Не просто главный, а единственный иудейский храм, бывший религиозным центром еврейского народа. От него осталась вот эта западная стена, так называемая «стена плача», к которой сегодня приходят иудеи всего мира. В 7 веке на Храмовой горе, на месте разрушенного римлянами Иерусалимского храма, воздвигли мечеть Кубат-ас-Сахра, что дословно означает «купол над скалой». Построили ее на самой высокой точке горы, на месте святая святых храма, на том месте, куда, согласно церковному преданию, более 2000 лет тому назад была введена первосвященником юная Дева Мария. О событиях, послуживших основой для праздника введения во храм Богородицы, ничего не говорится в канонических Евангелиях. В них вообще немного рассказывается о жизни Богоматери. Там в центре Христос. О ее жизни мы узнаем из церковного предания и апокрифических текстов. В одном из них, в так называемом протоевангелии Иакова, сказано, что однажды по улицам города Назарета двинулась торжественная и многолюдная процессия с маленькой 3-летней девочкой во главе. В начале процессии шли девы с зажженными факелами, замыкали шествие многочисленные горожане и родственники девочки. Ее вели за руки престарелые родители Иоаким и Анна и называли Марией. Шли 3 дня с небольшими остановками для отдыха из Назарета, где родилась Дева Мария, в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет, данный родителями Марии, о посвящении ее Богу. Из иудейских и ветхозаветных, тем более, источников мы не знаем о примерах такого рода процессии. Но само описание, оно во многих деталях очень напоминает те процессии, которые существовали в городах Римской империи, и в Греции, и в Италии, и в Малой Азии. И это была часть, скажем так, общественной культуры. То есть для нас сейчас массовые шествия, торжественные, это что-то исключительное. Но в древнем мире большая часть общественной жизни, она проходила на виду. И она всегда сопровождалась такого рода торжественными шествиями, собраниями и публичными молитвами. В данном случае речь идет о бытовых представлениях, о том, как должно происходить торжественное препоручение девы, в данном случае первосвященнику, и посвящение ее Богу. Поэтому здесь рассказ про Евангелие Иакова надо понимать скорее как притчу, как текст, который предлагает не столько историческое повествование, сколько опирается на яркие образы, которые должны донести читателю богословский смысл происходящих событий. Когда Марию привели в храм, и она самостоятельно поднялась по 15 ступеням, символизирующим 15 ветхозаветных псалмов, которые нужно было, подымаясь, пропеть во время праздника, первосвященник Захария встретил ее такими словами: «Господь возвеличит имя Твое во всех годах, ибо через Тебя явит Господь сынам Израиля искупление». А дальше он совершает немыслимый по тому времени поступок. Вводит 3-летнюю Марию в алтарь ветхозаветного храма, в святая святых, куда мог входить исключительно только первосвященник и только раз в году. Если говорить о Иерусалимском храме, то
нужно представить себе, что такое Иерусалим, прежде всего, в жизни еврейского народа. Иерусалим – это, в сущности, город-храм. Он весь живет ради храма, он существует благодаря тому, что существует храм. Представьте себе что-то типа ВДНХ, вот так, если грубо говорить, понимаете? Это огромный храмовый город, фактически. 14 гектаров это все вместе занимает. Это было невероятно величественное зрелище, и снаружи, и внутри было все это очень богато украшено. Все мраморное, золотое, серебряное. И вот с этих 14 гектаров, постепенно поднимаясь дворами и в конце уже зданиями, мы приходим к святая святых, то есть к сердцу храма. Ну, по нашим представлениям, все это уже чистая литература, никакой археологии, кроме платформы, мы ничего не имеем материального. Трудно сказать, как это было все устроено, но введение во храм не то, не просто в храм, она попадает в святая святых, куда должен попадать только первосвященник. В реальной жизни, вероятно, это было вряд ли возможно. То, что касается девочек, да, которые жили якобы при храме, мы об этом ничего не знаем. Есть некие смутные указания на то, что девы вроде бы готовили завесы для храма, плели их, ткали. Но сведения об этом встречаются или в апокрифах, или в поздних иудейских сочинениях. И когда мы говорим о том, что она пребывает при храме в течение многих лет, мы, если уж говорить о реальностях земных, то это, ну, опрокидывание обычаев христианской жизни, христианской храмовой жизни, вот туда, на Иерусалимский храм. И мы должны за этим видеть некую символическую конструкцию. Вероятно, мы должны говорить о том, что это вообще происходит не в земном пространстве, и, следовательно, не имеет никакого отношения ни к земным сооружениям, ни к земным обычаям, которые существовали вот на рубеже, значит, двух эпох в Иерусалиме. Празднование введения Богородицы во храм, по мнению историков, начинается с 8 столетия. Иконография праздника достаточно проста и мало изменилась со временем. На иконах мы видим всех участников этого события, и дев со светильниками, и престарелых родителей, и первосвященника у некоего храма. В центре трехлетняя Богородица, которая изображается ростом значительно меньше других фигур, но ее облик не детский. Мы видим ее такой, как на большинстве православных икон. Одета она, как взрослая женщина, голова ее покрыта платом или мафорием, являвшимся одеждой замужних палестинских женщин. Иконописец таким образом хочет сохранить узнаваемость этой девочки, сказать нам, что речь идет о той самой Пресвятой Деве, будущей Матери Иисуса Христа. Исторические обстоятельства этого события от нас сокрыты. И есть даже такие богословы, которые утверждают, что такого события быть не могло, и что его нужно воспринимать исключительно в символическом смысле. Но православная церковь всегда верила в то, что такое событие имело место. И все ее детство прошло при храме именно потому, что она должна была быть духовно подготовлена для встречи с Господом. И поэтому событие введения ее во храм имеет, конечно, пророческий характер, имеет особую значимость для всей ее последующей жизни и для ее почитания в церкви. Она еще в младенчестве соединила свою жизнь с Богом через постоянное пребывание в храме, через пребывание в молитве и чтение Священного Писания. Введение во храм Пресвятой Богородицы – это второй 20-й богородичный праздник церковного года, начинающегося 1 сентября. И не случайно годичный круг, установленный церковью еще в начале 4-го столетия на Первом Вселенском соборе, начинался с рождения Богородицы, а заканчивался ее успением. В христианском сознании она явилась теми вратами, через которые невидимый и непостижимый Бог вошел в наш вещественный мир. И малозаметные на первый взгляд события, отдание по обету ветхозаветный Иерусалимский храм маленькой трехлетней девочки по имени Мария, явилось на самом деле событием планетарного масштаба.
Пресвятая Богородица вводится в ветхозаветный храм, чтобы внести в него новозаветную благодать. Ее введение во храм означало первый шаг новозаветной истории. Христа еще нет, но его мать уже в храме. Недаром именно с этого события, которое отмечается более чем за месяц до праздника Рождества Христова, начинает звучать на службе рождественские песнопения. И так случилось, что на смену разрушенному ветхозаветному храму впоследствии пришел не один храм, а десятки тысяч храмов, рассеянных по всему лицу земли, в которых люди вспоминают и ветхозаветную, и новозаветную историю. Но введение Богородицы во храм для нас является не только 20-м праздником. Да, у каждого свое введение. Это мы не просто имеем в виду какой-то особенный случай или праздник, а именно введение каждого человека лично. Вход его в храм, его личный вход в храм. Это и есть введение ко Христу. Честнейший херувим Серафим и выручен Лена Едина Троица, предстоящий пред престолом трипостаса Божества, где живой скорый встретит... Свято-Введенский женский монастырь, что на реке Толги, близ города Ярославля. Когда в августе 1314 года ростовскому епископу Прохору явилась икона Божьей Матери, он решил заложить на этом месте монастырь в честь праздника введения во храм Богородицы. Он ввел явленную икону в новопостроенный Введенский храм, и с тех пор одна из величайших русских святынь, икона Толгской Божьей Матери, стала основанием монастыря, который называется Толгским Свято-Введенским. В 1929 году были разогнаны монахи, сброшены кресты с храмов и колокола со звонниц. Монастырь зажил неестественной жизнью. На его территории устроили исправительную колонию для малолетних преступников. В монашеских кельях поселились люди. Монастырские здания и храмы ветшали и разрушались. Жизнь вернулась в монастырь в 1987 году, когда он был передан Русской Православной Церкви и открылся как первый женский на территории России после гонений на церковь. Я была крещена в детстве, но православного воспитания я не получила. Я увлекалась тем же самым, чем и вся современная молодежь, когда все мои мечты готовы были исполниться. В руки потекло и финансовое благосостояние, и жизненный успех. И в тот момент, когда все это казалось уже стало моим, я ощутила, что это не имеет для меня никакого значения. Я поняла, что это все приходящее, что мне это не нужно. И первой мыслью, которая родилась после этой переоценки ценностей, была мысль о том, что нужно посвятить свою жизнь тому, что единственно важно. И, конечно, праздник Введения для меня лично, для моей души, для моего сердца очень важен. Это событие, которое находит отклик в душе каждого монашествующего, имеет отношение непосредственно к каждому из нас. Так как Пресвятая Богородица, еще маленькой девочкой, посвятившая свою жизнь Богу, это образ души каждого из нас. У нас в монастыре традиционно 4 декабря происходит одевание послушниц на этот день. Тоже своеобразное введение, ведь послушничество – это первый этап к монашеской жизни, к монашеству. И не было и не будет, наверное, ни одного монаха, который не прошел бы вот эту ступень, не миновал бы. В периоде послушничества как раз мы и приобретаем азы духовной жизни. 4 декабря нас одевали в ресофор, как раз вот у нас такая форма интересная. Монашество – это, конечно, тайна. Ее словами не объяснить, это нужно опытно прожить не один день, не одно десятилетие. Каждый день что-то новое узнаешь, вот, и понимаешь, что на самом деле ничего ты не понимаешь в этой жизни. В России любили этот праздник, посвященный маленькой девочке, переступающей в начале своей жизни порог храма. В его честь называли многие церкви и монастыри,
в том числе и один из самых известных духовных центров России – Свято-Введенскую Оптину пустынь. А вслед за храмами тем же именем назывались и села. Мы-то называли Введенью. Село Введенью. Но говорят, на картах там где-то, на это, в документах село Введенское. А мы-то Введенью. Ну вот, Введенье. Где живешь? Введенье. Здесь когда-то находилось большое красивое село Введенское. Со школой, с храмом, посвященным Введению Богородицы, с крепкими избами. Было до 1959 года, до второй страшной волны уничтожения православных святынь, так называемых хрущевских гонений. Все это происходило во время небезызвестной хрущевской оттепели. Именно в эти годы были арестованы многие из оставшихся в живых после церковных чисток 20-х и 30-х священники и епископы, закрытые взорваны в общей сложности больше половины действующих храмов и монастырей. Когда рушили храм, значит, предупредили, чтобы никого не было. И я помню, что мама нас отвела в Поповское. Но мы не знали, что храм рушится. Не говорили. И вот нас отвели в Поповское, рядом деревня была, через лес. Бабушка у нас там жила. 2 километра, наверное, вот. И вдруг мы слышим взрыв. И мы оттуда, маленькие, нам, вот мне 10 лет было, брату 9, мы побежали. Мы испугались, что такое. Вот когда мы через лес прибежали в эту Введенью, одна куча. Вот понимаете, куча и нету церкви. Какой-то шок был. Вот мы даже не понимали, зачем. Маленькие были, говорим, зачем взорвали-то, зачем? Она стояла, красивая, ничего не взяли. Вот разрушили все. Ни кирпичика, ничего, все вот это в хлам превратили. И люди стали уезжать. Вот я помню, что все уехали, вот в лето все уехали, потому что село уже как-то не село. Обычно храм, украшение села. Вот, и когда он стоял, как-то село жило, как гроб. Не стало храма, тут же закрыли школу, как неперспективную, хотя дети там были не меньше, чем в других школах. С карты нашей страны за время ее существования по разным причинам исчезло много замечательных храмов и монастырей, сел и городов. Но оставались святыни, которые, несмотря ни на какие трагические события, выживали и восстанавливались. И, вероятно, многое тогда зависело от личной воли каждого человека. Было раньше такое понятие – строительство или восстановление храма всем миром, или, как писали в летописях, тщанием прихожан. То есть, когда лично тебе необходимо, чтобы в твой храм происходило Введение, чтобы в него могли прийти твои близкие, твои дети. Праздник Введения во храм напоминает не только о том опыте, к которому приобщилась Пресвятая Богородица, живя в храме. Он напоминает и о нашей ответственности перед нашими детьми, о том, что мы должны своих детей еще в младенчестве вводить в храм, для того, чтобы они росли в атмосфере храма. В наше время есть немало людей, которые считают, что приобщение ребенка к храму или приобщение его к основам религиозной традиции – является как бы нарушением его свободы. И некоторые говорят, вот пускай ребенок вырастет, и тогда сам для себя выберет веру. Но вот в церкви всегда существовало представление о том, что ребенок, даже если он еще не пришел в сознательный возраст, он все равно способен воспринимать божественную благодать. И опыт очень многих родителей, которые приносят своих детей в храм с младенчества, которые приобщают их святых христовых тайн, показывают, что это действительно так. Поэтому мы заботимся о том, чтобы и наши дети, в том числе младенцы, приобщались к храму с самого момента своего появления на свет. Приобщение нового человека к храму, его встреча со Христом должна происходить в неоскверненной красоте и радости, как заповедовали нам наши предки, выбравшие когда-то для Руси православную веру.
все изувеченные и до сих пор не восстановленные святыни, общая боль и вина. Храм, разрушенный трагическими обстоятельствами истории, равнодушием или злобой, также и на нашей совести, потому что у всех живущих в этой стране одно прошлое и общее будущее. Так, сколько нам надо? 4 штучки, да? 4 по 50. Давай чуть-чуть сдвинем вот так. Вот так, вот так. Держи. Вот так вот привязываешь. Убирайте. Не нужно. Вот здесь, ну, в конце. Вам нужно ножи. Даже вот эти. Саш, а почему держи. Так и нет. Я лежу. Нет. За что заходить? Потому что сетки нет. Когда мы приехали на крышу храма, был лес. Лес, причем не поросль какая, там, маленькие березочки, а настоящие березы, крупные, со стволами. И поэтому было понятно, что вот корневая система берез, она со страшной силой проникла внутрь храма. И поэтому, соответственно, разрушительный процесс, он очень глубоко проник в кровлю. Ну, мы приехали, и стало понятно, что наша жизнь будет очень сильно связана с этими местами, с Ярославщиной и с этим храмом. Уйти отсюда уже было невозможно. В 40 километрах от Ростова Великого стоит село Никола-Бой. Непростое с историей. В 1435 году состоялся тут бой за великокняжеский престол между внуками Дмитрия Донского, Василием Темным и Дмитрием Шемякой. Сошлись русские люди в кровопролитном бою, и было великое множество павших с обеих сторон. Победу в нем одержал Дмитрий Шемяка, а через некоторое время Василий Васильевич Темный возвел деревянную Никольскую церковь на месте битвы, на бою, где было проиграно сражение и где были захоронены павшие в междоусобной брани. У этого храма в последующем была богатая и драматичная жизнь. Он много раз перестраивался. Один из трех его престолов в свое время был посвящен введению Богородицы во храм. До наших дней он дошел разрушенным почти до основания. И вот на этой земле поселилась несколько лет тому назад одна московская семья. Народ сначала очень сильно роптал, приехали москвичи, богатые, деньги девать некуда, лучше бы нам дали. Но потихонечку, вот теперь все радуются. Они приходят, ну как хорошо. Вообще, если народ достаточно суровый, и они очень долго к тебе присматриваются. Вот очень долго. Безусловно, храм восстанавливается всем миром. Вот то преображение человеческих душ, которое я наблюдаю каждый день, наверное, это является оправданием, что ли, нашего присутствия здесь. Потому что одно дело, когда нам один священник говорит: «Ребята, не увлекайтесь камнями». И я понимаю, о чем он говорит. Потому что храмы, то есть это не для золотых куполов. Здесь формируется человеческая душа. Когда он порушен, вокруг порушены души человеческие. Поэтому, если мы его не восстановим, значит, мы не поднимем. Мы не поднимем человека, соответственно, мы не поднимем эту землю. Мне кажется, что сейчас происходит наше всеобщее, всероссийское введение во храм. Предстательницы, скорбящих родителей.